Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир, и сегодня я вам расскажу, как же подменить номер телефона на ваших iOS-устройствах и Android-устройствах. Я знаю 4 способа, и я вам сейчас наглядно расскажу о них, продемонстрирую. Давайте же приступать. Способ номер один. Это просто скачать приложение, называется «Второй номер», доступно для iOS и для Android устройств. Ссылки будут в описании на это приложение. Второй способ – это куча разных сервисов, сайтов, то есть называется подмена номера через CIP или VoIP. Также ссылочка будет в описании. Это все платные услуги, то же самое касается для первого способа. Способ номер три – это же, конечно же, eSIM. eSIM поддерживается как Android устройство, так и iOS устройство. Начиная с iOS 12, все устройства будут здесь, увидите те, которые поддерживаются. И точно так же список для Android устройств. Тот же самый здесь списочек. Вот. Исключения будут для iPhone 10s, 10s Max и XR с двумя слотами для сим-карт, которые поступают из Китая, Макао и Гонконга. Также само Google Pixel 3a из Японии. Вот, это те устройства, которые не смогут поддерживать eSIM. И как бы это тоже является платной услугой. Это все способы, конечно же, платные, но это действенные способы. Ну и, конечно же, четвертый способ — это просто сменить сим-карту. Определяйте сами. Для чего вы это будете делать? Там, звонить вашей девушке, там, которой вы не можете признаться в любви, чтобы она не узнала по голосу, еще что-то, маньячить за кем-то, кто его знает? Для чего вы это будете использовать? Но раз вы это смотрите, значит, вам интересно. И вы знаете, для чего вы это будете использовать, но это уже ваши, как бы, дела. Поэтому, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте ваши пальцы вверх, для меня это очень важно. Также оставляйте ваши комментарии, может, вы еще знаете какой-то способ, мне будет интересно с этим ознакомиться. Всем пока!